Все, короче, играть. Заставку они так и не сделали нормально, она так и осталась. Это типа новый шериф едет в это самое в деревню. Нажмите пробел для продолжения. Милый сынок, вот и наступил тот момент, когда я вынужден написать эти слова. Может быть, я не так уж и стар, но мое здоровье уже не позволяет бегать по пустыне туда-сюда, как в старые добрые времена, и стоять на страже закона так надежно, как раньше. Поэтому я очень прошу тебя, мой сын, занять мое место. Я знаю, что в последнее время у тебя было много дел, но в моем городе ситуация совсем паршивая. Каждый подозревает всех и вся, и без должного присмотра они друг с другом не пол... Ничего не поделят. Раньше это все делал я, а сейчас никто, кроме тебя, стать хорошим шерифом не в состоянии. У всех жителей этого городка есть свои корыстные цели, и доверять им, им такую ношу нельзя. Близко большое спасибо за продление подписки на 14 месяц подряд. У вас конфетки прошлогодние. Доверять им такую ношу нельзя. Помни об этом, сынок. Ты их единственная надежда и моя, в частности, с любовью, отец. Большое спасибо, да. Конфетки и салатики прошлогодние. Жизнь боль. Мы приезжаем. Ура. Бомбочки для Ванды. Разбитые бомбочки. Печалька какая. Я сегодня тоже забирала, кстати, на почте посылки и продлевала абонентский ящик. Уже народу дофига, все квартплату платят. Ксения Шай, привет. Это игра Комиссионерск Таск. Васт, движение. А, вот смотрите, вот относительно дневник П, да? Относительно вот сейчас музыки посмотрите. Вроде, я думаю, должно быть нормально. Приехал в город, здесь заметно похорошело. Смайлик выпал, а мне не выпал смайлик. Так, короче, да, мы живые, подарки разобрали, рабочее место в порядок привела, кое-что тут крафтила на выходных, потом покажу. Здрасте, Сэнди. Приветствую в городе Золотого Гуся. Должно быть, поездка была утомительной. Не желаете размяться после долгого пути? Вам пони слышно? Или громче сделать обратно? То, что я не буду перечитывать то, что она говорит, могу сделать чуть погромче. Мне кажется, как-то плохо слышно пони. Сейчас, давайте до восьмерки, наверное, все-таки верну. Да нет, все в порядке, спасибо. О, жеребцы в наше время такие стойкие. Добро пожаловать в город. Добро пожаловать. Где я могу найти мэра этого чудесного городка и новый шериф, и мне нужен мой новый значок. Шериф? Очень кстати, особенно сейчас. Мэра вы найдете в ратуше. Он вас ждет, не дождется. Отсюда по прямой, не заблудитесь. Городок маленький, но, быть может, спасибо, Сэнди. В прошлый раз Сэнди ходила... я забыла, что она сказала, ну ладно. В прошлый раз она ходила на кладбище. Интересно, сейчас она тоже на кладбище ходит? Она все еще ходит на кладбище? Кстати, они тут пофиксили. Помните, мы с вами играли, были баги? Вот они поправили некоторые баги. Например, теперь нельзя препятствовать пони. Ну, в смысле, она не будет продолжать идти и двигать вас. Она будет ждать, что типа, чего от нее хотите? Иди. Интересно, все еще ходит на кладбище или нет? Слышно, но музыка громкая. Блин. Ну, окей. До шестерочки обратно. Короче, если вам будет что-то по сюжету не слышно или непонятно, вы там задавайте вопросы. В общем, она, очевидно, опять на кладбище идет. У них вон там кладбище. Не, не на кладбище, мимо куда-то идет. Ну ладно, Сэнди пошла в пустыню. Нам надо... Что нам надо? Нам надо поговорить с мэром. Давайте поговорим тут с местными. Голос тиховат, но если делать громче, музыка будет орать. А в городе можно встретить много пони, с которыми можно поговорить. Кстати, а есть настройки? Аудио. Музыка. О, знаете, как мы сделаем? Мы сделаем вот так. А звуки... Это считаются звуки голоса? Давайте-ка мы сейчас потестим. Сохранилось оно. Давайте мы поговорим с еще пони. Может, обратно сделаю погромче. Битрит. Чудесный денек. Выглядит... Не в курсе новостей в городе? Новостей в городе немало, смотря какие интересуют. Вот, например, в городе почти только что появился новый жеребец. Смотрю на него и думаю, а похож, как две подковы от одного кузнеца на шерифа прежнего.
Так, давайте чуть-чуть погромче верну, раз музыка теперь потише, чтобы вам было нормально по ней-то слышно. Вы правы, это был мой отец, я здесь, чтобы продолжить его работу. Ну да. Я уверена, что у тебя все будет идти просто отлично. Сразу видно, что ты сын комиссара. Выправка та же, блеск в глазах. Чую, город снова в хороших копытах. Да и напарнице твоей наука будет раньше времени себе значок не присваивать. Ага, мы знаем, что у нас есть напарница, которая уже присвоила наш значок себе. Молодец какая напарница. Мегапони, мегапони. Что-то знакомое название, не помню. Как Тани. Здравствуйте. Я слышала, ты новый шриф? В плохое же время ты прибыл. Не повезло тебе. Почему? Понимаешь, странности здесь случаются. На шахте особенно. Рабочие пропадают без следа. Незапланированные взрывы, несчастные случаи. Подрывник уже третий сам себя под завал подводит. Действительно странно. Новая запись в дневнике. Так, узнал о пропажах подрывников в шахтах. Следует уточнить у мэра, что здесь происходит. Так, давайте я еще чуть-чуть уменьшу музыку и чуть-чуть увеличу игру. Мне кажется, все еще тиховато. Ну, чтобы вы максимально слышали, что пони говорят. Потому что сюжет тут все-таки важен. В общем, если они будут сильно орать, говорить, ну, по идее, должно быть норм. Так, гусь. Золотой гусь, внимание, просьба не красть статую целиком или по частям, золото не настоящее. Золотой гусь. Я не помню, где мэр, тут мэр, тут, по-моему, мэр. Музыка вроде норм была, ну, короче, тут что, ничего, просто. Записка. Я больше переживаю за голоса по ней, чтобы вам слышно было. Уборщица. Здрасте. С вами можно поговорить? Уборщица смотрит на меня косо и не хочет со мной разговаривать. Здрасте, мэр. Добрый день, я новый шериф. Введите меня в курс дела. Добро пожаловать в город Золотого Гуся, шериф. Не могу не отметить вашу пунктуальность, прямо как у прежнего шерифа. Надеюсь, мы сработаемся. Ведь мы сработаемся, так ведь? А это компьютерная, да, это компьютерная игра, ссылка есть в группе, я под записью продублирую, если хотите сами поиграть. Так, это игра, фан-игра про, по Мегамену, только с пони. А, понятно, точно, Мегапони, Мегамен. Эдель оформляет подписку на 16 месяц, спасибо большое. Мы ничего не собираем? Ну я пока не успела. Там надо посчитать, сколько на поездку надо будет. Озвучка топ. Нормальная озвучка. Надо посчитать, сколько там на этот, на Нью-Брюникон билеты плюс столик. Я еще не считала. Так, возможно, но слухи, которыми я прислушалась по пути сюда, меня слегка пугают. Ну, типа, мы сработаемся? Я говорю, возможно, сработаемся, но как бы тут не хотите слухи? Объяснить. Всякие они бывают. Не думаю, что вам стоит прислушиваться к ним. Хотя бы шериф вам и виднее, правда? Итак, вот ваш значок. А заодно зайдите с этой бумажкой в тирольский кактус недалеко отсюда. Хибарка такая небольшая, там и оружие получите. После этого направляйтесь к своему дому. Вас там ждет ваш напарник. Давайте его дожмем по поводу рабочих. И все же эти мрачноватые слухи о рабочих на шахте наверняка вызывают подозрения. Вы не находите? Ну да, шериф, вы подловили меня. Что ж, действительно были такие проблемы, их решали по мере сил. Но мы же не просто так позвали вас. У нас есть хотя бы та же Чаки Миндет, ваша напарница. И значок можно было бы запросто отдать ей. Но не думаю, что она сможет решить такие проблемы. А вы куда более привлекательный вариант. Но не зазнавайтесь, ведь я могу вас и выдворить отсюда. Понятно вам? До скорой встречи. Так, компас К, карта М.
когда на улице компас также показывает направление. Карта. Компас. А, это как в этом самом? В каком-нибудь... А, ой, принцесса. Знаете, фотка Путина должна висеть. Да, как это называется? В Скайриме. Так, Слоппи. Ты ведь это, шериф наш новый, да? Слышала, как вы с мэром тепло говорили. Пусть он что хочет, слухами прикрывает. Да у него у самого подковы не белоснежные. И не мудрено. Мэр в доле с владельцем шахты. Тому невыгодно ссоры с дома выносить. А мэру дурную славу для города заиметь. Вот и думай сам, стоит ли с ним копыта в копыта идти. Даже эти случаи... Что за случай? Слыхал, небось, на шахте с рабочими всякое случается. Так вот, мэр в курсе, только не говорит ничего. На слуху только те случаи, что замять не вышло. Вот как пить дать, куда больше рабочих пропало. Только ты это, никому. И так работенка не из приятных, а тут еще шепот за спинами. Вам бы поосторожнее здесь это говорить. Короче, это местная уборщица, которая убирает... Одно и то же место, что мы записали. Меня отправили в тир за оружием, а мистер Форжил что-то скрывает, это странно. Та уборщица настаивает на связи между владельцем шахты и мэром. Такой себе источник информации, но в уме эту запятку, заметку стоит придержать. Так, нам надо забрать табельное оружие. Это хоррор игра? Нет, это детективная игра. Да, привет-привет. Кстати, вдруг кому полезно будет, третий Мегамэн Крисмас Кэрол вышла. Ничего себе. В дороге смотрим стрим. Хорошо. В Пони Ферме новая акция, сообщает третий раз. Мэри Фокс, я таки знаю, что там новая акция. Ну, так и я же как бы стрим-то планировала давно. После это самое, после стрима зайду. Вы можете, кстати, отлучиться, сходить там, потыкать, если что-то надо. Салдум. Так, нам надо оружейное. Она где-то тут была рядом. Это что ли? Не помню. Что за игра? Комиссионерск Таск, написано под этим самым название трансляции. Скайрим, к слову, АТС, сейчас Редгард, игра отличная вещица. Что-то тоже знакомое название, но я очень плохо по названиям ориентируюсь. Так что да. Я про акцию, естественно, знаю. Нет, это не тир. Вон там тир, по-моему. Где-то тут. Вот это, наверное, тир. Короче, да, там про меткоискатели, очевидно, что-то. Что-то это тир. Нет, это тоже не тир. Или тир. Раз. А, вообще-то у меня есть карта на самом деле. Че я туплю? Оружейник. Тир. Здрасте. Но в Скане звезда, а кобура мечтает об оружии. Добро пожаловать в тир и оружейную рыскающий кактус. Кактус — это растение такое, не мое имя. Если что, сам я шотган. К вашим услугам. А что, многие думают, что вас так и зовут? Шотган, ну да. Что значит, я на месте, я здесь новый шериф, могу я попросить свое оружие? Ну давай-ка тогда свои документы. Да, шериф, ваше оружие вот здесь. Вот, револьвер вашего отца. Шестизарядный, прост и надежен, но почти никогда не нужен. Народ тут простой, оружие пугается, если с ним по улице носиться. Так что в городе он лишь панику разводить, да и слегка авторитет показывать. Зато от всяких насекомых переростков, обитателей ущелий и подобных тварей самое то. Вот, Тир, хотите попрактиковаться? Пожалуйста. Бутылки, мишени, в любое время, в любой момент. Спасибо. Новая запись в дневнике. Так. Сейчас бы еще начать путаться в кнопках. Теперь у меня есть оружие, пора идти к своему новому дому, он должен быть неподалеку. Пока ехал в город, видел неподалеку стаю собак. Стоило бы с ними разобраться, пока они кого-то не убили. Я не знаю даже, стоит ли тратить. Ну, допустим, давайте один раз попробуем. Ну, я вроде попадаю. А как его убирать? Это перезарядка. А убирать его как? Ага, колесиком.
Ну, пойдемте. Ну, короче, он нам сказал, как бы, с револьвером наперевес лучше прям так не расходить, расхаживать, но там есть собаки, давайте их попробуем пострелять. Сэмми шотган отсюда пошло? Ой, я не знаю, кто такой Сэмми шотган. Ну, шотган это как бы это короткое ружье. Обрез, нет? Или можете меня поправить? Или это маленький пистолет? Короче, я тоже в оружии не очень, как вы понимаете. Классная озвучка. Не, озвучка нормальная на самом деле. Ребята старались. Она, конечно, любительская достаточно, но ребята явно старались в плане с вот говоры всякие. Давайте под ноги. Не испугайтесь, старайтесь не стрелять в городе без причины. Мне прям их убивать обязательно надо. Сходите к доктору. А я не хочу убивать собак. Фу, я плохой пони. Но если я не убью собак, они убьют пони, нет? Мне жалко собачек. Ну ладно, давайте мы будем... Red Dead Redemption который какой-то, знаете? Я бы собак не убивала, но я боюсь, что они убьют пони. Они так еще как собачки обычные. Давайте сходим к доктору. Так, шахты, салон, дом доктора. Вот тут рядом, да? Ниткусь. Ну, блин. Я в прошлый раз, кстати, собак не убивала. Ну, видите, мне пишут, что убить могут пони. А если убьют пони, я буду... Ну, как бы, мне будет стыдно. Хотя, очевидно, возможно, это на что-то... Да где дом доктора? Это, возможно, на что-то влияет. Так, нет, нет, вот это дом доктора. Все, Тома застряла, это... Все? Нет. Ну что, я реально застряла? Все? Это карма? Я как-то очень странно хожу, но я почему-то не могу просто вперед идти. Мне кажется, меня контузило. Ребята, я не могу прямо ходить, я иду. Иду по диагонали. Вот это я нажимаю вправо. Это я нажимаю вперед, ничего не происходит. Назад я иду влево. Пипец какой-то. Мне кажется, контузило, я не могу нормально ходить. Сорян, иду как могу. Я сломался. Я нажимаю влево, если что. Чтобы вы понимали, я иду левым боком. Жесть какая. Я не знаю, это так надо или... Это баг или фича? Или я баг успела словить? Улечите меня от этой крепоты. А, вот все. Это, наверное, баг был. Ай, доктор есть? Если найду. Вылечите меня кто-нибудь, пожалуйста. Я не... А, вот, здравствуйте, доктор. Я немножко покусанный. Том убила собаку, ее покусали, ей плохо, да? Есть мегаменщики тут? Я не знаю, я нет. Это очень сложная для меня игра. Собака одну ногу откусила? Слушайте, не знаю, это что-то вроде визуального новеллы, где выборы влияют на сюжет? Да, выборы здесь, по-моему, влияют на сюжет. Могу ошибаться, но, по-моему, влияют. Вас еще не видел. Однако вы мне кажетесь знакомым. Не могу понять, почему. Вы здесь проездом или на постоянной основе? На постоянной, я только приехал. В таком случае мне необходимо внести вас в свой учет. Представьтесь, пожалуйста. Вылечите. Приходит пони такой без одной ноги, истекает кровью. Доктор такой. Сначала надо завести медицинскую карту. Serious Tail с двумя R. Господи, нас зовут Serious. Типа Serious. В смысле, серьезный? Ваш возраст. 26. Ваш пол? Очень актуальный вопрос в современных тенденциях. Жеребец. Ваше место работы? Я новый шериф. Шериф, говорите? Дайте-ка догадаюсь, вы пришли заменить своего отца?
Вы совершенно правы, без полиса не приму, да-да-да. Ваш отец был хорошим шерифом. Удачи вам на новом посту. Спасибо за ответы. Судя по вашему внешнему виду, вы кажетесь вполне здоровы, поэтому пункт с кратким рассмотром я пока пропущу. Что вам нужно? Вы такие приходите без одной ноги, а доктор такой... Пациент скорее жив, чем мертв. Вот вам карточка. Приходите потом на плановый. Так значит, вы доктор? Ваши догадки верны, господин шериф. На моих хрупких плечах лежит ответственность держать здоровье всех в этом городе в целости и сохранности. В том числе и ваше. Если вам будет необходима медицинская помощь, смело обращайтесь ко мне. То же самое, что в больницах РФ. Сначала заполните бумагу, потом вылечите. Я ранен, доктор. А видео по акции будет завтра про пони-ферму. Я ранен. А, это весьма печально. Просто закройте глаза. Я использую всю свою докторскую магию, чтобы вылечить вас. Доктор, ну вы же, вас же не трогай. Ой. It's magic. Тома влетела в взрослую тему со смехом и слезами. Ну вообще, как бы, что, что нет? Почему нет? Почему меня спрашивают, какого я пола? Говорю, юмориста создавали. Ну, скорее просто, что к доктору ты должен был зайти до того, как идти бить собак. И, ну, вы поняли. Дом чайки, дом... А где мой дом? Дом шерифа. Ой, попала я. Не дышите, дышите, не дышите, умрите, да. Все вполне жизнь, действительно. Так, возле моего дома стоит Чаки, как мы помним. Там нас, нам уже говорили, что это наша помощница, и что она хочет быть шерифом вместо нас. Ну, или типа того. Чаки. Заявился. Не местный, а уже при кобуре и со значком. Не думай, что все здесь так просто будет. То, что твой старик в этом городе шерифом был, не значит, что ты станешь ему как свой. У тебя что, утро стало... не с того копыта началось? В этом городе утро всегда не с того копыта начинается, если знаешь чуть больше того, что должен знать. Не советовала бы я тебе вникать во все это. Борзая какая. А уж я-то решу, что мне делать, спокойной ночи, хранить молчание. Давайте будем дерзить в ответ. Так, что мы в дневнике записали? А, так, собак мы убили. Скепсис из тебя... Если бы собак... Кстати, я бы собак просто пугнула, но я их пробовала пугать, они не убегали. Поэтому я не знаю. Я не хотела тратить патроны впустую. Скепсис из Чаки так и сочится. Цель у нас одна и та же, но стоит ли доверять ей, тот еще вопрос. Это вообще, уж это Чаки. Ничего хорошего такого имени я не ожидаю. Так, есть тут какие-нибудь... Наверное, ничего тут нельзя достать. Дневник. Ну, короче. Нет, активных клавиш я пока не вижу. Турма! Турма! У всех турму. Все, спать. Привет. Ой, тут тоже это самое. Привет, кто подходит, мы играем в игру. Загрузка завершена. Играем в игру про шерифа. Никому нельзя доверять, глава 2. Эй, пока ты тут отдыхаешь, на шахте новый несчастный случай. Собирайся и отправляйся туда, пока там домыслов не стало больше, чем следов от копыт. И тебе доброе утро. Молчание. Иду, иду. Ух ты, борзая какая. Вот прям вообще. Ну чё, доброе утречко. Го на шахты. Вот, нас даже доведут до шахт. Что там по сюжету? А, мы приехали, убили собак, нас доктор вылечил. А, нет, мы приехали, поговорили с мэром, потом забрали пистолет. Короче, по сюжету на шахте происходят несчастные случаи. Мэр, судя по всему, в доле с владельцем шахты и не собирается ничего с этими несчастными случаями делать. Вот, поэтому мы сейчас будем допрашивать по ней. Шо у вас тут? Умер? Или нет? Вимбл. Святые подковы! Еще бы шаг, и я бы там оказалась! Знатный завал! И за 2 дня не разобрать будет!
Считай, шахты на четверть работать перестали. Какое у них тут эхо. Как все произошло? Да вот работали мы с петардом. Я, значит, слышу, как он проклятие выкидывает. Думаю, пойти посмотреть, что там у него. Да заранее прислушиваюсь. Ох, если бы я сразу помчалась к нему, померла бы вместе с ним. Я чудом осталась жива. Спасибо. Значит, упокоенного стали, звали Петард. Здрасте, шериф. Вы-то как раз нам и нужны. Вот, полюбуйтесь. Новый несчастный случай. Петард Блиц. Один из лучших подрывников. Что случилось? Насколько я поняла, этот юноша то ли не рассчитал динамит, то ли огоньку пустил слишком рано, после чего выругался и бум! Взрыв до завал. Всю ветку засыпало. Хорошо еще, что остальные успели выбраться. Труп вытащили совсем недавно, почти перед вашим приходом. Вроде как все понятно и просто, но вон те двое, Дик с Райтом, утверждают, что что-то здесь не так. Нет, Тамара, главной шестерки здесь нету. Странная смерть Петарда очень странная. Лучший подрывник и в итоге подорвать самого себя. Стоит расспросить остальных шахтеров, да и не лишним будет осмотреть его тело и дом, возможно, получится узнать что-то интересное о нем. Что вы, юноша, скажете? Прошу прощения, можно поговорить с вами? Поговори. Я думаю, что это не просто несчастный случай. Это заговор. И притом хорошо продуманный заговор. Этот босс наш, Блюдрич, наверняка хочет загробастать себе все золото и никому не отдавать. Вот и подстраивает все эти взрывы, а все думают, что это несчастный случай. Шериф, прошу, прислушайтесь к моим словам. Ты слишком переживаешь, а в твоих словах есть смысл. У меня слишком много дел, чтобы заниматься теориями заговора. Шериф, я знал, что вы знаток своего дела. Тогда прекратите эти несчастные случаи. Из-за них страдают невинные пони. Сделаю все, что в моих силах. Ну, знаете, если их много подряд происходит, то как бы тут, ну, вряд ли они прям такие, прям несчастные случаи на несчастные Шериф, случаи. Можно у вас на пару слов насчет взрыва? Для этого я и здесь. Тут все говорят, что, мол, несчастный случай, как так могло случиться и прочее, прочее. Так вот, шериф, все это чушь. Ну не мог Петерс подорвать сам себя. Он был всегда так осторожен с динамитом, что даже подковы не носил. Боялся искру из камня ненароком высечь. Вам, конечно, виднее, что тут да как, но не делайте поспешных выводов. Здесь не все так просто. Приму внимание. Спасибо. Не, ну я на самом деле тоже думаю, что если как бы несчастный случай на несчастном случае, как ему прекрасно закрыли лицо бедный, шейки. Бедный Блиц. Ты знала его? Петард Блиц был одним из лучших в нашей команде. Он был красивым. Мы с ним, наверное, последнее время без умолку болтали. Отзывчивый он был, всегда готовый помочь. Как же не хочется думать о том, как ему было больно. Сочувствую. Файтинг на SNES и PSM мы, кстати, с крысом играли. Ну, короче, Петард. Не Петард. Печалька. Все, с этими с товарищами со всеми поговорили. В шахту нас пока не пускают. Поэтому пойдемте поговорим с Чаки. Что она нам скажет. Ну, короче, да, пока тут мы никуда не это самое, не вхожи. Мы ходим по трупу, ужас какой. А, кстати, тело. Посмотреть. Тело Петарда Блица полностью покрыто синяками и ссадинами, некоторые кости сломаны. Смерть от удушья плюс серьезная травма головы. Неудивительно, что раскопали его уже мертвым. Бедняга. Мне повезло, парню. Здрасте. Забор покрасьте. Все, я закончила. Что ж, мистер Шриф, я думаю, что ты тоже понял, что не все здесь гладко. И что прежде всего тебя должно волновать, так это все еще продолжающийся несчастный случай с подрывниками. Лично я бы на твоем месте пошла бы сейчас к Блюдуричу, да вызнала бы, почему шахты до сих пор не закрыли. Собственно, я так и сделаю. Ты со мной? Я отправлюсь в дом пока что. Ну как знаешь. Тогда я приду сразу после того, как проведаю Блюдуричу к дому подрывника, и уже оттуда мы сходим к нему вместе. Думаю, тебя устроит такой расклад дел? Да. Я думаю, что дом тоже надо осмотреть.
Где у него дом-то? Что-то я не вижу, где его дом. Не, серьезно. Салун, гусь. Рич тут. Доктор. Дом. Я или тупой, или лыжи не едут. Чаки, ты куда идешь? Ой, смотрите, там паровозик чучухает. Заговор масонский? Не знаю. Так, это чей дом? Наш? Или как раз Петр, да? Так, этот листочек, как видно, петард собирался отправить блюду Ричу. До конца не заполнен, но взрывчатка уже указана. Так он петард или петард? Определитесь. Что пишут-то? Пардон. Материальный отчет. По учету динамита. Подотчетное лицо. Блиц П. Количество 45 шашек. 45. Ключ. Интересно, чего этот ключ? И вообще, почему на таком видном месте? Петард, оказывается, любил повитать в облаках. Что там в воздушном шаре? О, смотрите. От чего-то ключ. Может быть. Ну-ка, попробуем. Да, он отсюда. Что ж, посмотрим, что внутри. Динамит. Видимо, здесь петард его и хранил. Воровал с работы, не иначе. В отчете же написано, что его куда больше. Неужели его кто-то стащил? Осмотр шахты. Так, что у нас тут? Так, осмотр шахты закончен. Личность Петарда меня сейчас беспокоит даже больше, чем мистер Рич. Первым делом пойду в дом погибшего. С домом подрывника закончил. Пора встретиться с Чаки. Так, а динамит-то можно забрать? Ну да, тут явно не 45. Короче, кто-то воровал на работе. Все, Чаки пошли. Го! Снова здравствуй, коллега. Что нового? Узнал, что динамита у Петарда куда меньше, чем должно быть. Что у тебя? Да ничего интересного. Хоть как заговори с ним, да нового не слышно вообще. Можешь даже к нему не идти. Но мы, пожалуй, все равно пойдем. Пойдемте к этому наглецу. Мы бросим ему в копыта, в морду, в лицо что-нибудь. Здрасте, товарищ Блюдрич. По что тебе маркер на компасе? Что такое компас? Почему этот город напоминает Эпалузу? Потому что это и была Эпалуза изначально. Кого я вижу? Шериф, прошу вас, чувствуйте себя как дома. О, и вы, Чаки Минда, тоже здесь. Прелестно. Собственно, по какому поводу вы пришли сюда? Где деньги? Мне нужно с вами серьезно поговорить. Знаете, просто пришел узнать, все ли у вас нормально. Нет. Фига. О, конечно, конечно. Я с удовольствием расскажу вам все, что знаю. Пожалуйста, начинайте. Этот несчастный случай, я считаю, что вы как-то замешаны в нем. Что вы знаете о смерти, Что вы знаете о смерти вашего рабочего? Не больше вашего, шериф. А, возможно, уже и меньше. Если вы что-то уже узнали. Проклятие, взрыв, смерть, финита ля комедия. Ну, возможно, вам поможет то, что в нашей команде он был дружен со всеми. Чаки Миндет наверняка вам об этом рассказала. Она недавно приходила ко мне и узнавала об этом. А что известно вам? То есть, нам так все акцентируют внимание на том, что он выругнулся перед тем, как умереть.
Привет, ребят, кто подходит? Так, мне известно, что вы замешаны в этом всем. Пока только это. Но нам на самом деле неизвестно, что он в этом замешан. Ну, в смысле, как бы... Только все подозревают, что он замешан. Давайте пока только это. Я искренне надеюсь, что вы узнаете все и предотвратите новые смерти. Засим вынужден с вами попрощаться. Много дел, знаете ли. До свидания. У Блюда Рича получилось вызвать совсем немного информации, он утверждает, что не причастен. Ну как-то обвинять человека без доказательств. Такое себе. Классно он сидит, правда? Окей. На сегодня это все. Пора переговорить с Чайки и очень серьезно переговорить. А что она такого сделает? Что ж, Шриф, что ты узнал, кроме информации о динамите и о боссе? Что ты от меня что-то пытаешься скрыть? Когда это мы это узнали? Что? Брось, Шриф! Я не та, о ком ты подумал. Я твоя напарница, у которой такие же цели, как и у тебя. Неужели я похожа на причастного к этим смертям пони? Я не поняла, откуда он такой вывод сделал? Что-то я вообще не понимаю. Я не думаю, что ты к ним причастна. Ай, молодца, Шриф. Я знала, что ты не ошибешься. Знаешь, работать с тобой не так уж и плохо. Увидимся утром. Не думаю, что моя напарница действительно замешана в этих делах, но осторожность терять не стоит. Я не поняла. Вы поняли, почему он Чайки вообще стал подозревать? Что я как-то пропустила это. Удобная лавочка? А я не помню, чтобы здесь стояли лавочки раньше. Кстати, да. Я имею в виду, что когда я еще был маленьким, без лавочек было очень неудобно. Мэр очень хорошо постарался, чтобы городок стал удобней. Да. А позвать новых пони в город он не догадался? Почему здесь так пусто? Простите. Но мы узнали, что город немного разрастается благодаря новому мэру. Так, эти что тут? Что-то обсуждают. Чуваки, вы это самое, глухонемые, что ли? Что за... Я не могу с ними поговорить. Они что-то сами себе тут копытами. Как вы думаете, это имеет смысл отношение к сюжету, или они просто стоят и машут копытами? Ну, типа, Чайки сказала, что он ей вообще ничего не сказал, а этот Блю, как его там, сказал, что он все рассказал Чайке из-за этого, наверное. А-а-а. Что-то как-то... Про такую детективную игру, как третья Данганронпа, я подозреваю всех. Но это понятное дело, что нам сразу сказали подозревать всех и вся. Вот это у нас что, кстати? Вот тут были вообще? Тут не во все домики можно заходить. Давайте чуть-чуть осмотримся. Так, ну тренироваться в тире мы, наверное, не будем. Рад снова вас видеть. Мне нужны патроны. Дает патроны. Спасибо. Так, тут у нас патроны, доктор нас просто лечит. Кто тут еще из поней может быть? Так, давайте-ка зайдем к нашей информаторше, уборщице. Или нет? А мэр что-нибудь скажет? Ничего, простите. Нет, сейчас с ним диалогов нету. Так, салон. Не активен. Точнее, вот он, салон, пардон. Здрасте. Пьем. Так. Неактивные. Кому-то же хорошо. Ушел на перерыв, скоро вернусь.
Короче, тут ребята отдыхают, поговорить мы с ними пока не можем. Ну и все, тогда, наверное, надо идти спать, потому что больше тут вроде не с кем побазарить. С кактусом только если. Ой! Ничего себе, пони-бандит! Фига себе! Вы успешно погибли. Потрачено. Мне что, с начала дня скажут? Или нет? Глава 2. Да серьезно, с начала дня. Эй, пока ты тут отдыхаешь, на шахте новый несчастный случай. Собирайся и отправляйся туда. Сволочи, они убили Кенни. Подождите, слушайте, а эта фиговина там с утра гуляет? Слушайте, она реально там стоит? Ну-ка, пойдемте убьем этого пони сразу. Я кровожадный шериф. Просто. Здрасте. Напомню тебе, что следить нужно за желтым пони в синей шляпе. Узнай, когда он идет спать, и сразу же возвращайся, не провались на этот раз. Это киллер! Его за нами послали? Судя по всему, это кто-то планирует напасть на город этой ночью, мне лучше не спать. Ничего себе, даже так? Вот это, блин, поворот. Ну, патрон у него. Ничего себе, да тут все как запущено. Вот это да. Вот зараза. Ну ладно, че вы. Скайрим, я более кровожадна, чем здесь. Давайте быстренько пролистаем все диалоги еще раз. Так, патрон уберем. Так, ну все, понятно, у вас все плохо. Что случилось? Он умер. Я разберусь. Святым! Как все произошло? Хорошо, я понял. Так, вы молодые человеки. Прошу прощения. Шериф! Тут все говорят. Бедный. Петр. Петр, бедный Петр. Что ж, мисс... Ну, как знать. Так, пойдемте опять к нему, значит, в дом заберем. Точнее, посмотрим. А, да, слушайте, действительно, компас. Вот я, деревня. Ой, нам надо к доктору, кстати, зайти. Так, Петр. Так, этот листочек, как видно, петард собирался отправить блюду Рич. Петард, оказывается, любил повитать в облаках. Интересно, чего этот ключ? И вообще, почему на таком видном месте? Так, раз. Ну-ка, попробуем. Да, он отсюда. Что ж, посмотрим, что внутри. Динамит. Видимо, здесь петард его и хранил. Но почему так мало? В отчете же написано, что его куда больше. Неужели его кто-то стащил? Сейчас он договорит. Шериф продавал деревню за пару... Шериф продал деревню за пару морковки? Почему? Так, давайте сходим к доку. Чайки, что ты стоишь? Снова здравствуй, коллега. Что нового? Да ничего интересного. Давайте сбегаем к доктору, полечимся. Так, на лавочке нам ничего не говорят. Эти просто стоят копытами, машут. Доктор. Доктор тут или нет? Нет, не тут. Или тут? Нет, вот тут доктор. Вылечите меня, а, вот шериф, мой полис. Что же вам нужно? Я ранен. А, это весьма... Спасибо за вашу докторскую магию. Так, Блюрич. Тут он же, да? Я уже не помню, что было в этой игре. Все то же самое. Здрасте. Кого я вижу? Шериф! Прошу вас, чувствуйте себя как дома. О, и вы, Чаки Минда, тоже здесь. Прелестно.
Собственно, по какому поводу вы пришли сюда? Знаете, просто я пришел узнать, все ли у вас нормально. Ох, не стоит, шериф. Не стоит на это тратить время. Я бы на вашем месте искал причины смерти мистера Блица. Прошу, узнайте об этом как можно скорее. Так, первый блин оказался комом, я должен попробовать опросить Блюдорича снова. Понятно. Мне нужно серьезно с вами поговорить. Конечно, конечно. Я с удовольствием расскажу вам все, что знаю. Пожалуйста, начинайте. Ну, я даже не знаю. Честно говоря, подозревать владельца шахты... Смотрите, подозревать владельца шахты в взрывах в шахте очень странно, особенно учитывая, что количество динамита, которое ему должны были отдать по отчету, точнее, ну сколько должно было быть по отчету и сколько там было на самом деле, мне кажется, что владелец шахты вообще может быть не при делах, в принципе. И как-то обзывать его... Ну, в любом случае, я бы не стала его агрить. Как-то, знаете, давайте я все-таки мы нейтральную позицию выберем опять. Я не вижу просто поводов его обвинять напрямую. Короче, мы пока никого не обзываем. Короче, да. Нам, кстати, предлагают эту ночь не спать. Хотите ли вы подготовиться к возможному нападению? Да. Боже мой, что это? Такого не было в этой игре. Я не рассчитывала на такое. Окей. Я бы за патронами сходила, если бы знала. Ну, хотя ладно, у меня вроде хватает. Короче, они хотели меня убить. Это я так мажу классно? Нифига себе. Да? Ой, то есть это хоть сохранилось, да? Хотя бы мне не надо день переигрывать. Короче, нас хотят убить. Давайте-ка мы как-нибудь... Это кактус, да? Слушайте, их слишком много. А можно мне аптечки? Блин, да как их убить-то? Тактика, господа. Май гад, да. То вы смотрите, что там делать, там не умеет играть. Так. Понимаете проблему? Их много. А я только один. У меня нету аптечек. У меня перезарядный шестерёнка этот самый. Еще я стреляю в кактус зачем-то. Ну вот, ну как? Ваши это самое. Жестко. А что мне делать? Я один не справлюсь, их дофига. А я один. Ну, давайте еще попробуем. Ну, просто в упор стоять и стрелять как странно. Я просто умираю. Оббежать их где-то я тоже не могу. Да откуда они тут? Со всех сторон, что ли, лезут? Мне кажется, это нереально.
Я в них вообще попадаю, нет? А если мы сходим реально в сову? Чуваки! I need help! Закрыто. Я не знаю. Серьезно. Я это... Сходите к доктору, если вас ранили. Серьезно? Я могу к доктору сходить ночью? Такой, доктор! Только доктора нету! Только доктора нету! Может, просто спрятаться надо? Ну вот, я спрятался, допустим. И чё? Ни доктора, ни аптечек. Понимаете, если бы еще были аптечки, ну это как бы, ну вообще, их сколько там, шестеро, семеро? Какой-то... А если их дома подождать? Ой! Блин! Вашу! Доктор! Я думал, что это бандит зашел, чтобы застрелить меня. А это вы. Доброе утро, шериф. Не ожидал увидеть вас так рано. Я слышал крики и выстрелил снаружи. Что там происходит? Жопа, доктор! Вот что происходит! На город напали бандиты, которым зачем-то понадобились статуи... которым зачем-то понадобилась статуя у ратуши. Я отстреливаюсь от них по мере возможности. Им статуя понадобилась? А, то есть они ждали, пока мы уснем, чтобы упереть статую? Ну и... Алло, доктор. Доктор. Это я могу на них так пристально смотреть, прикольно. Ой, я могу целиться, может, так лучше? Это типа прищуриваюсь. Ну чё происходит-то? Мне кажется, я словила баг. Доктор! Доктор, очнитесь! Вы пробовали выключить и включить? Доктор, да! Ох, ноутс баг, да. Я думала, они за тобой пришли. Я тоже думала, что они пришли за мной. А они зачем-то пришли за гусем. Кончилась игра. Слушайте. Ну так не прикольно. Приближение, перезарядка, взаимодействие, прыжок, бег, выстрел. Ну, доктор, ну чё такое-то? Только не говорите, что мне еще раз день придется из-за бага переигрывать. Может, они-то не тестили эту ветку? Может, все нормальные дома спят? Ну, блин. Жесть какая. Леди Баг нашла баг, да. Ну, чё, выходим, потому что, ну, как бы оно ничего не делает. Я могу приблизиться. Escape. О, понятно, будем надеяться, что к нам в дом не вломятся. Будем надеяться, к нам в дом они не вломятся. Докатываясь, вы заглянули ко мне не просто так. Я ранен, доктор. Ну, доктор, ну не помогуйте, а? Что я в прошлый раз нажала, что он согласился меня полечить? В смысле, что он... Тут какая-то багованная вот эта менюшка. Подождите, сейчас я еще потыкаю. Может, что-то опять натыкается. Может, подождать надо? На кой черт статуя? Не знаю, золото, говорят, не настоящее там. Может быть, они хотят, не знаю, сад украсить, да, на даче. Ну вот не поверьте, а также за медосмотром, да. Ну блин, доктор. Что я в прошлый раз нажала, что оно сработало? Леди Баг нашла баг. Я уже тут все на свете жму.
Сейчас, походите. Бета-тестеров у них не хватало. Ну, прошлую же фразу мы прокликали. Может, просто по времени сколько-то зациклено? Меня его сопрут, так что не особо. Доктор спит. Доктор. Ну, что такое? Ну, причем только что фраза же прокликнулась. Чувствительность мыши. Держите. Я пока еще потыкаю. Двоеточие три. ДНС, большое спасибо. Может. Доктор! Ну блин! Там было еще ржачнее. Подождите, ну, конечно, переиграем, если что, день. Помогу вам всем, чем смогу. Просто закройте глаза и доверьтесь мне. Я единичку нажала. Типа первый, второй ответ, что ли? Меня вылечили. Спасибо, доктор. Вы настоящий друг. А, слушайте, ну я даже не знаю. Мы еще хотим... А пули свистят, словно птицы. Чё-то они до хрена агрессивные. Боже, это же ребенок! Это же ребенок бандит! Так. Я, конечно, могу бегать к доктору лечиться. Но это как-то смотрится совсем странно. Гусь. Может, нам спрятать гуся? Подождите, а почему он странно светится? Он какой-то светится адским пламенем, или то отблик заката. Подождите, давайте мы их... А если мы реально домой пойдем? Так, лечь спать мы не можем, если что. Вот я бы взяла динамита у Питера. И раскидала бы их нафиг. Блин, стреляй. Чё стреляй? Даже пистолет не достал. Сходите к доктору, если вас ранили. Слушайте, я вот не могу понять. Они вообще убиваются? Я же в них стреляю. Что-то я не вижу, чтобы они хоть как-то убивались при этом. А где дом Питера? Это мой дом. Что-то я запуталась. Здесь же... Можно я пойду на кладбище? Слушайте, а если мы вот далеко уйдем, они нас будут искать? Не, ну в смысле, хоть как-то должно проходить эту... Надеюсь, эта статуя себя окупит. Даже не сомневайся, только представь, сколько нам дадут скупщики за такую. Они что, статую там упирают? Ну просто победить я их не могу. Они телепортируются еще? Что? А можно разбудить Чаки? О, Чаки, точно! Слушай, блин, хорошая идея. Может, к мэру зайти? Пойдем к нему спать? Давайте-ка попробуем разбудить Чаки. Фиг ли? Мы тут одни отбиваемся. Чаки, открывай, сова, медведь пришел. Так,
Чаке вообще можно зайти? Это же дом Чаки. Мне кажется, Чаки мы не зайдем. А если к мэру? Слушайте, реально, хули, извините, вообще-то мы одни тут. Закрыто. А к доктору можно зайти до того, как ты ранен? Это шериф, нет! Не надо стрелять, дождите! Дяденьки, не стреляйте. Так, мы можем зайти к доктору. Он тут стоит. Доктор, можно я у вас тут сныкаюсь? Я уж было думал, что это бандит сошел, чтобы застрелить. Короче, вот здесь надо единичку жать. Понятно. Будем надеяться, к нам в дом они не вломятся. Догадываюсь, вы заглянули ко мне не просто так. Я ранен, доктор. Помогу вам всем, чем смогу. Просто закройте глаза и доверьтесь мне. Короче, вот здесь единичка-двойка. Ну, на обычной клавиатуре работает. Ну что, по одному их? Ну это нереально их по одному отстреливать, мне кажется. Уж про то, что я вообще не уверена, что я в них попадаю. Ой, нет, он умер. Доктор, лечите меня дальше. Говорите, шериф. Мы с вами станем отличной командой. Помогу вам всем, чем смогу. Доктор занят. Вы успешно погибли. Да, как будто была в этом цель. Слушайте, не говорите, потрачено просто. Доктор! Говорите, шериф. Помогу вам всем, чем смогу. Не опираться, не говорите, слушайте. Вот эти я попью, что ли? Это весело, ну вообще. Вашу Машу. Говорите, шериф. Помогу вам всем, чем смогу. Сколько их там было? Так. Окей. Господи, лечите нас. Да. И как это? Иду в рейд. Мне нужен хил. Ну, давай дверь. Доктор, их сильно много. Говорите, помогу вам. Не думаю, что там будет играть шутер от первого лица. Я вообще в шоке. Сорян. На перезарядку. Там же ребенок, по-моему, остался. Говорите, да? Шериф. Помогу вам всем. Так. Сколько у меня еще патронов? 50? Бот. Так. Он прямо, да, по-моему, стоит, да? Говорите, шериф. Помог. Доктор. Говорите, шериф. По-моему, там остался только же ребенок, да? Помогу вам всем.
помогу, чем смогу. Сложно, да вообще. У меня уже руки трясутся. Где я там мелкая сволочь? Это же ребенок, это баба. Доктор, я все еще ранен. Говорите, шериф. Я ей полечиться хотела. Кажется, мы отстрелялись. Да, в пониферме началась ЭМА, я зайду после игры. Она что-то знает. Глава 3. Боже, у меня руки трясутся. Но мы, кажется, отвоевали гуся. Нормально ты в пространстве? Да, конечно, нормально я в пространстве ориентируюсь. Ночью действительно напали бандиты, но я всех ликвидировал. Город снова в безопасности. Yes! Yes! Официальная игра фанатская, конечно. Да неужели? Да вообще, вы не представляете, сколько нервов мне это строило. Сейчас я немножко это самое приду в себя. Руки трясутся, ужас какой. Боже, серьезно, какую это самое? А! Так, кажется, она что-то знает. Вы предлагаете нам найти Чайки? Что Чайки можно найти? Давайте для начала... Сколько у меня патронов? Мне надо за патронами. Срочно за патронами. Просто срочнее срочного. Да, сейчас, подождите, дайте я патронов возьму. У меня тут ночью был непредвиденный расход. Рад снова вас видеть. Мне нужны патроны и мотоцикл. Спасибо. А я вообще могу сохраниться или нет? У меня такое ощущение, что я еще сохраняться не могу. Тут это автосейвы только, которые. А, новая запись в дневнике. В шахтах что-то произошло, необходимо проверить. Ну да, там что-то бухнуло опять в шахтах. Так, ну я типа здоровенький, да? Ну, судя по всему, да. Гов шахты, там очередной обвал, судя по всему. Что-то взорвалось? Да, в шахтах опять что-то взорвалось. Только дум повеселее, как по мне. Крошить демонов это весело. Ну блин! Чтоб я еще демонов крошил. Так, окей. У нас новый... А, не, этот живой, смотрите. Что у вас тут? Нэш, как же ему досталось? Что с ним? Его с головой засыпало завалом. Ему еще повезло, хоть он и лежит сейчас без движений, но он жив. Мы его сейчас отнесем нашему врачу, он его на копыта поставит. Вы не думаете, что пора закрыть шахты? Шриф, я вас умоляю об этом. Нэш едва не погиб, и ему очень повезло, что он успел добежать почти до выхода из шахт, и что мы быстро вытащили его из-под камней. А что, если повторится то, что случилось с бедным петардом? Прошу вас, если вы можете, прекратите все это. Сделайте так, чтобы шахты закрыли. Я вот единственное не пойму, а что им мешает просто взять и уйти? Вот шахты закрыли. А нафига вы тут работаете? А, Шриф, вы как раз вовремя. Снова завал, но на этот раз наш подрывник, Нэш Кофер, все-таки выжил. Вы можете спросить у него все, что вам нужно, когда он сможет говорить. Но пока все, что можно было от него услышать, это динамит. Как много динамита. Он постоянно это шепчет. Вот, пытались его в чувство привести, пока вы не примчались. Хотя бы умом не повредился. Хороший малый все же. Мисс Кобл, я думаю, вы должны закрыть шахты. Шриф, я бы рада это сделать. Но Блюдрич мне это просто так с копыт не спустит. Он вообще никому ничего просто так с копыт не отпускает. Правда, если бы все рабочие были за закрытие шахт, или хотя бы большая их часть, то я бы с радостью. Ложь. Блю Рич сам приказал закрыть шахты. Но ведь вы и сами знаете, что шахты следует закрыть. Мне нужно подумать. Ну, вы и сами знаете, что нужно закрыть. Но Блю Рич меня просто уволит! Действительно. Аргумент. Жизнь пони куда важнее какой-то работы. Да. Вы, безусловно, правы, Шриф. Я должна была об этом подумать прежде всего.
Но босс откроет шахту сразу после того, как узнает о ее закрытии. Смысл тратить время, если завтра мы все равно пойдем копать? Босс знает, как же я мог об этом не подумать. Но это даст мне время все узнать, я найду ответ до того, как мистер Рич узнает о закрытии, я надеюсь. А почему просто рабочие не могут не работать? Я вот не понимаю. Их что-то кто-то под дулом пистолета гонит? Или они хотят получать зарплату, но не работать? Ну, давайте. А до того времени ход будет закрыт для того, чтобы в шахты никто не лез. Ладно, шериф, я доверюсь вам. Шахты будут закрыты столько, сколько Блюд Рич не будет знать об этом. Так что действуйте быстро. Зайти в шахты, закрыты для посещения. Шахты на время закрыты, необходимо как можно скорее разобраться с этими взрывами. Надо найти Чаки. В шахты я могу сам куда-нибудь пройти, нет? Короче, в шахтах все ушли, но я все еще не могу никуда пройти. Пойдемте в салон, я знаю Чаки там. А, ну у меня, собственно, есть марки. Че, гусь-то стоит? Гуся мы столько спасали, стоит. Нам на дом? А, ушла в салон, буду не скоро. Буду не сегодня. Чаки в салоне. Как получить конфетки? Я думаю, что они как покебол у крысы сами берутся. Ну да, надо сидеть на стриме и будут начисляться. Попробуй Skyrim. Я в Skyrim играла в свое время. А почему же... Ну, почему у нас люди продолжают ходить на работу, даже когда им не платят зарплату месяцами. Куклучаки, да. А вот и несостыковки в сюжетке. В смысле несостыковки? Я в Skyrim играла. На выходе. Чё? Внутри салона какой-то подозрительный шум. На этом прошлый раз заканчивалась демо-версия. Слышь ты, поганая пура, или как там тебя? Из-за тебя померло столько пони, что ты должна всю жизнь страдать. Ты вонючая. Да пошла ты, Чаки. Какого черта ты ко мне привязалась? Я тут ни при чем, идиотка. Отвяй. Не могу никуда идти. Там все на тебя показывает. Ты даже раньше криминальничала больше всех жителей городка вместе взятых. Иди сюда, ты тварь! Отвяжись, а то вломлю! Женская драка! Ну и чё? А кто это? Бить незнакомых пони рукояткой как-то странно. Здрасте. Все? Больше не деретесь? Пура Джостлер. Вы кто такая? Шериф, твоя напарница вдруг стала утверждать, что я виновата во всем этом каламбуре с шахтами. Похоже, она немного перебрала с сидром. Ничего, да, я могу их вырубить, только зачем? Я вот трезвая стою тут перед вами. У нее наверняка был повод тебя заподозрить. Может, она и права, я должен это проверить. Там еще сверху вариант выстрелить. Да ладно, что их... За что старят девки спорят в баре просто? Что их сразу рукоятками-то бить-то или тем более убивать? У нее наверняка был повод. Да ты посмотри на нее, она бухая в тряпку. Ну воровала я раньше, и что? Я завязала. Может, это вот и есть виновник, а? Вот так яростно меня осуждать. Я воровала, с кем не бывает. Я виновата? Я чиста, как мой сидр. Я беру вас обеих под арест. Так ты пойдешь со мной. Подожди, здесь мне нужно подумать. Обеих, чтобы не это самое. Чтобы, короче, у меня две камеры, поэтому сидите обе. Пока не проспишься. Однако, здрасте, шериф. Что вам от меня нужно? Ты действительно не виновата во всем этом? Шериф. Я рада, что вы на меня не орете, как ваша бухая напарница. Но я это уже повторила раз 20. Не виновата я, верьте или нет.
Может, ты что-то знаешь об этом? Может, знаю, а может и не знаю. Я вам ничего не собираюсь говорить. Хотя, попробуйте вынудить. Может, и сможете. Как ты смотришь на денежное вознаграждение? Ты подозреваешься в смертях рабочих, но если ты мне все расскажешь, то я тебя сразу же отпущу. А если я тебя не буду отсюда отпускать, ведь я решаю, на какое время ты задержишься в моей камере. Давайте про денежное вознаграждение спросим. А это мне нравится. Хорошо, шериф. Я расскажу вам все, что мне об этом известно. Известно мне, из-за чего там взрывы. Слышала я, что в шахтах в глубине идут туннели, стены которых напичканы динамитом. И только докопаешься до этих проводов – бабах! И ты труп. Помните о взрывах, о которых говорили рабочие? Вот это они. Был бы кто жив, он бы вам наверняка сказал бы, что видел там столько динамита, сколько ни разу не встречал в своей жизни. Он там что, респаунится, что ли? Значит, вот что имел в виду Нэш про динамит, и вот из-за этого, вот из-за чего выругался Петард. Угу. А что там динамит-то делает? Еще слышала я, что тоннели эти с динамитом ведут прямиком к Золотой Жиле. Кто их прорыл, не знаю, но зуб даю на то, что Блюд Рич об этом знает, и из-за этого всех толкает на смерть. Я не золотоискатель, мне дела до этого не было и нет. Но если здесь все помрут, то... И воровать не у кого будет. Того и гляди, меня заставят в шахты лезть. Так что ты давай, разбирайся там побыстрее. Откуда ты все это знаешь? Да все воришки, убийцы, мафии эти, еще кто-то там, все мы связаны. Что-то кто-то слышал, кому-то передал. Так и узнаем друг о друге. Немного узнаем, только то, что можно засчитать за слухи. Но иногда это сильно пригождается. Почему же ты все же решила мне рассказать об этом? Вы же там в своей сфере должны себя прикрывать. Шриф, не думайте, что мы большая семья. Каждый сам за себя, никто никому не помогает. Разве что если куш будет огромен, тогда кто-то может объединиться. А по правде, я не знаю его, а у меня. И так всегда. Сейчас-то я бросила это ремесло, но ничего не забыла. Ну, и я думаю, плата за мое откровение будет соответствующей. Упс, а денег-то у меня и нету. Натурой берете, девушка. Так, нет, про моды на второй Fallout я не знаю, я в Fallout не играла вообще. Или вы там со своим что-то обсуждаете? А, можно типа выстрелить в воздух, чтобы перестали ругаться. Окей, хорошо. Так, спасибо за откровение. Теперь удачи посидеть здесь всю ночь. Конечно, будет держи, можешь идти. Конечно, буду держи, однако ночь тебе лучше провести здесь. Давайте мы, наверное, на ночь ее все-таки оставим. Как бы, чтобы она не пошла никому ничего рассказывать. То есть... Ну, типа, пускай сидит. А утром отпустим, да. Пришлось расстаться с запасенными деньгами, чтобы узнать чуточку больше. Отпущу ее, как только закончу с опросом выжившего подрывника. Да, вот я тоже, когда с ней говорила, думала, что мне надо... Вот, знаете, записи в дневнике, конечно, помогают, но я бы и сама сообразила, что надо пойти к доктору. Так, вы что тут? Я так и не могу с ними говорить. Это нам просто показывает, что в городе есть вообще-то еще пони, а не только те, которые в шахтах. Видите, всякие тут сельхозрабочие и прочие поняхи. Они тут просто ля-ля 3 рубля. Потому что я-то и сама собиралась к доктору. Битрит. Алло, стой, женщина, стойте. Женщина. Добрый день. А, интересный у вас город. Каждый день что-то происходит, не соскучишься. Но раньше было лучше, песок был желтее. Да и спокойнее было, когда отец был шерифом. Кстати, насчет него. Я сюда приехал, потому что он мне написал письмо. Я уже третий день его ищу. Не знаешь, где он может быть? Простите. Боже мой, наш отец в заложниках. Что у нас по патронам? Ну, сколько? Кстати, почему они перезаряжены? Короче, я бы и сама догадалась пойти к доктору.
Доктор, вы мой спаситель, где вы? Здрасте. Чё там с Петардом? А, шериф. А, не с Петардом, а со вторым. Нэш, да. Как там Нэш? А, конечно. Он уже выздоравливает и вполне готов принимать посетителей. Он вон там за дверью. Спасибо. Где? У него тут две. Пардон, все хорошо, у него тут две каморки. Это как, ну там же его не было. Здравствуйте, Нэш. Добрый день, как самочувствие? Добрый. Вроде лучше, спасибо. Ребра еще побалют, но... Врач наш любого поднимет. Кроме покойника, разве что. Да, мы с ним ночью так классно. Это самая пати была у нас. Почему у меня ощущение, что это Мордопия? Я, кстати, в Мордопию не играла. Очень разговорчивый пони. Но это подача сюжета через это самое, через диалоги с самого с собой. Так, я веду расследование. Могу задать вам несколько вопросов? Да, шериф. Думаю, с задачей пошевелить губами я управлюсь. Если есть что-то важное, что я могу знать, только спросите. А, взрыв. Что произошло, когда тебя завалило? Блюд Рич, это он виноват? Хэт Фаджел, он может быть как-то причастен? А, это мэр. Задать другие вопросы. Что произошло, когда тебя завалило? Я копал. Копал, как все ребята, туда, куда копал всегда. В какой-то момент Кирка выбила пару дробинок и застряла в щели, из которой пошел свет. Ну, как будто там какой-то фонарь висит или что-то такое. Я заглянул в нее и увидел широкий такой туннель. А через секунду с той стороны как рванет. И все. Больше ничего не помню. Вот стена через миг трескается и взрыв. А очнулся я уже тут. Мне врач дал выпить какой-то настойки. Редкостная гадость, шериф. Не советую вам ее пробовать. Когда ты был без сознания, ты бредил о динамите? В смысле, ты бредил о динамите? Мать моя родная, шериф. Это видеть надо было. Там все стены туннеля динамит покрывал, как черепица крышу моего дома. Кто-то очень постарался, чтобы если уж кто-то и добрался до этих туннелей, то в итоге только бы усложнил дальнейшую дорогу вперед. Да и желание как-то рыть дальше у меня отбивается. А ведь Петр под такой же завал попал. Бедолага. Неужели теперь не получится пробраться до того тоннеля с динамитом? Нет, ну, если аккуратно завал разгрести. Потому что если меня достали, то большую часть камней уже откинули. В общем... Тогда, наверное, получится пролезть туда. Но это очень опасно. Не дай Селестия вам, шериф, оказаться там, выстрелить по какой-нибудь твари, типа крысы или какой-нибудь паука, и промазать. Взрыв будет, будь здоров. Там нужно идти очень осторожно. Не подходить к стенам. Но все-таки, если кто-то напичкал туннель таким динамитом, то он должен был сам по нему ходить. Значит, и вы сможете. Будьте бдительны, шериф, потому что уже многие попались из наших. А выжили немногие. Ясно, есть еще вопрос. Хэт Фаджел, он может быть как-то причастен? Ой, шериф, да вы посмотрите на него. Пусть картавить для начала перестанет и серьезную шишку из себя строить. Сколько его вижу в городе. Ничего толкового, кроме таблички под статуей гуся, он не придумал. Сидит, небось, сейчас и отчеты переписывает всякие. Едва ли он мог придумать что-то такое серьезное, как то, что в шахтах. Блюд Рич, например, это совсем другое дело. Что не скажет, все по его воле. И большая часть города беспрекословно его поддерживает. За вами закон, шериф, но постарайтесь с ним не рушить отношения. Вам будет очень трудно его приструнить. Хотя, кто знает... Так. А про Блюд Рича что ты скажешь? Он почуял золото прямо перед носом. Стал посылать нас на раскопки. В каком-то смысле да, может он и виноват. Ну, отправлял на верную смерть, там, все такое. Но если честно, в нашей команде много кто копыта грызет от предвкушения. Что ж там заклад такой? Если бы я поспокойнее к этому относился... Может, работал бы помедленнее и не вынудил бы туннель подорваться. За мной грешок такой тоже был. Золотая лихорадка или как ее? Все мы.
Так, что, мы еще не все спросили? Что ты знаешь о Пуре Джостлере? Кто такой Пур? Чаки и Миндел, можешь что-нибудь о ней рассказать? Кому-нибудь еще... А, это может мой наш дядя, папа? Чаки. Она спасла жизнь нескольким ребятам. Ну, технически. Вроде она на какое-то время смогла просчитать, когда нам надо ходить копать. Как она догадалась и откуда узнала, никому не известно. Не знаю, повезло нам или не повезло, но взрывы со смертями на какое-то время прекратились. Ее, в принципе, считают сообразительной, кто-то ее даже пророчил на ваше место. А кто-то достаточно подозрительно смотрит на нее, что она столько знает. Вам решать, шериф, раздобыла ли она улики сама или ей кто-то помог. Я вообще без понятия. Я только благодарен ей за то, что какое-то время я мог спокойно работать в шахтах. Так. Пур Джостлер. То, что это подлая воровка и душа компании одновременно. Насколько помню, с ней многие перестали общаться из-за ее воровской натуры, но остались некоторые из той же сферы, она с ними и кентуется. Вроде она забросила воровать, когда ее близкий кореш, даже вроде как Ковалер, вроде бы его звали Гэпом. Тоже был подрывником, пару раз мы с ним работали вместе. Так вот, он взял и смотался на поезде. Говорят, за истинной любовью. Вот всегда смеюсь с этого. Вроде таскала богатство, а по сути самое дорогое сокровище стащили у нее самой. Иронично, а, шериф? Да, ради бабла они там все работают, золотая лихорадка. Так, ну и последний, наверное, вопрос. Еще есть? Кому-нибудь повезло сохранить жизнь? Был один паренек, имя я его уже не помню. Про эти взрывы беспорядочные не то чтобы было известно. То ли Блюд Рич прикрывал это дело, то ли народу не очень оно было интересно. Короче, это был первый случай, когда шахтер выжил. Его вроде врач уложил, стал его лечить, но в какой-то момент паренек выбежал из его дома, рванул в центр города. Достал все рассказывать. Народу в центре города было достаточно, все поняли. Потом его посадили на поезд, который повез его в город, где есть психушка. Паренек походу крышей поехал. Но не все уверены, что это было сделано без вмешательства Блюда Рича. Как-то так. Есть еще пара ребят, но вот этот случай, ну, самый запоминающийся, что ли. Что-то у них тут все прям вообще. Так, это мы... Что, еще есть вопрос? Все, да? Ну тогда, как бы мы пошли. Ну, в общем. Все. Я верю в вас, шериф. Вы докопаетесь до правды. Ну, в переносном смысле. Пойдемте копать. Узнал у него, что в шахты можно попасть. Нужно погрызть Чаки, она должна уже проснуться. Здесь они там не перегрызли друг другу глотки. Чаки. Набухалась. Чаки. Зато гуся не сперли. Себя тоже немного зависает. Да нет, вроде. Не зависает ничего. Чаки. Не понял. А Пуэр где? В чем дело? Где Пура? Да, где Пура? А? Я не знаю, шриф. Я тут дрыхла без задних копыт. Смотрю, а ее нет уже. А какого сена ты набросилась на нее? Она, очевидно, знаете, достала отмычку из не знаю откуда. Че ты на нее набросилась? Ну, выпила, шриф. Ну, с кем не бывает. Да, я понимаю, что выгляжу сейчас глупо, но так получилось. Извиняй, шриф, больше такого не повторится.
Тогда докажи, что ты невиновна. В чем? Я ее ни в чем не обвиняю, как бы до сих пор. В общем, я узнал причину взрыва тоннеля, напичканного динамитом. Теперь можно попробовать разгрести завал. Динамит? Это будет опасно. Будь осторожен, шериф. А то мне помирать с тобой придется. А мы играем в игру Комиссионерск Таск. Это детективная игра про дикий-дикий запад, где пони не дают мне выйти из дома. Выпустите меня. Короче, мы как бы идем с Чайки копать шахту. Пошли. Лошадь. Мы идем так, в общем, там. Я не могу, эти картинки, конечно, просто шикарные. Там вроде решетка на окне выломана. На нашем окне или на окне в этом самом, в шахте? Ну ладно, мы уже зашли. Глава 4, пора действовать. Так, пора действовать. В тоннелях может быть темно, возьми эту лампу. О, спасибо. Какую лампу? У тебя лампу взять? Или... А, эту лампу. Взять лампу. Просто в диалогах немного зависает. А, ну это, может, это самое... В камере? А, все, ну тогда она убежала, да. Ну, короче, можно было не тратить на нее... Ну, в смысле, можно было... Ну, в общем, она в любом случае, судя по всему, сбегает. Ну, е. Ну, типа... Прошли вглубь. Боже. Крепота какая, чуваки. Тупик. Шли обратно. А! Постарайтесь избегать ранений доктора нет. Обо что я обранилась? А, вот эти красные бочки задевать нельзя, типа. Этот завал или другой? Так, ну, что-то активных кнопок я не вижу. Пошли дальше проверим. А, стоп. А что я лампу поставил? Взять лампу. А чё я свою лампу-то поставил? Вы не знаете? Это то, что мы искали или нет? Ну, я как бы активных точек не вижу никаких. Короче, красные бочки задевать... Я не знаю, обо что я обцарапалась, честно говоря. Теперь у нас летающая лампа. Да, это норма. А, это крыса меня. Все, окей, это была не бочка, это меня крыса, судя по всему, ударила. Фига они тут понавыкопали. Понавыкопали. А? Что за звуки? Шайтан. Ты сейчас копытом откопычу. Представляете, а если крысы загрызут до смерти? А! Что, борзые-то все такие стали? Мне сказали я особо не стрелять в шахтах.
Что, и не этот завал? Чайки, ты знаешь, куда нам идти? Кстати, компас. Боже, у меня клаустрофобия. Пройти через завал. Ну чё, поплыли. Мы прошли через завал. Вот он, динамит в стенах. Фига себе они тут. Милота какая. Это золото, типа? Осмотреть золотую жилу. Послушай, шериф, мне лучше вернуться в город. Пока мы с тобой бегаем по этим туннелям, в городе может что-то произойти. Отпустишь меня? Жилу, до которой почти добрался Нэш, окружают заминированные тоннели. Видимо, виновник решил обезопасить таким образом золото от ненужных копыт. Сколько еще таких жилых в этой шахте? Ну ладно, иди. Иди. Спасибо, шериф. Если там уже что-то случилось, я постараюсь это уладить. Да? Отвали, мерзкая крыса. Интересно, могут меня загрызть крысы насмерть? Как вы думаете? Короче, никаких записок нету. Только есть запасные фонари на всякий случай. Так, динамит. Завал. Завал. Крыса. Давай, отстань. Маленькая сволочь. Слушайте, это похоже на выход, который в город. Ну, помните, там с другой стороны закрыто. Слушайте, меня так убьют. А, ну... Ладно, мне кажется, нам пора на выход. Пока нас реально тут не убили. Так, это мы отсюда пришли, по-моему. Вот золотая жила. Блин. Так, тут и тут тупик, да? Так, вот это выход, который не выход. Так, это через вот сюда, и мы пришли вот отсюда. А вот... А, тут тоже тупик. Короче, нам все, на выход. Наверное. Не, подождите, мы же отсюда пришли.
Тут тупик, там тупик. Ну. Что за фигня? Да, меня сейчас крысы загрызут. Вот будет. Пал смертью храбрых, загрызенный крысами. Почему они меня продолжают кусать? Что я им сделал? Почему они меня кусают? Почему они меня так часто кусать стали? Может, мне отстреливаться? Так я подорвусь нафиг. Где я вообще? Музыка как будто на что-то намекает. На то, что Тома бомбить сейчас начнет. Давай сюда. Моя собака и то лучше тебя готовит. Да? Ну тогда и где твоя собака теперь? Рот прикрой. Если бы не Гэб со своими подрывами, может быть, сидела бы тут, бедняжка. Ха! Если бы не Гэб, то не видать нам тех денег, на которые ты себе еще кучу таких собак найдешь. Она его сразу не взлюбила, когда он приехал к нам из города Золотого Гуся. Вот Селестии, клянусь, знал бы я, что он такую кучу динамита закладывает. То отказался бы от кучи золота и не поехал бы с ними его добывать, да? Не знаю, золото действительно хоть лопатой греби. Хорошо, что он вовремя сообразил объехать эту гору и прорыть туннель с другой стороны. Вот только бы без нас... Фига ему с маслом, а не золото. Вот то-то. Вечно ты про свою собаку ноешь. Зато сколько золота накопали, а? Да уж, неудивительно, что он драпать собирается. Да и нам бы не помешало. Поживем, увидим. В лагере по ту сторону горы живет бригада шахтеров, и, похоже, все эти туннели с динамитом их копыт дело. Судя по разговору, который мне удалось подслушать, их руководитель уже собирается сбегать. Однако вовремя же я успел, но в лагере его нет. Где же он? Короче, у нас есть гора, в которой есть золото. И с одной стороны ребят копают и оставляют динамит, чтобы ребята с другой со стороны города, не забрали золото. И кто-то этим всем руководит. Где же он? Как вы думаете? В лагере его нет. А как нам в город вернуться? У меня другой вопрос. Так, карта не работает, компас не показывает. Вы мне предлагаете опять через шахты идти, что ли? Серьезно? Ой, сорян. Блин. Я всего лишь приблизить хотела, чтобы посмотреть. Ну, шахтеров убивать смысла я не вижу. Это такие же шахтеры, только из другой бригады. Обходить, судя по всему, гору я пешком не могу. Мне, наверное, надо вернуться через тоннели. Или не надо? Алло? Но у меня нет опции зайти в туннель обратно. Так, что тут у нас есть по бокам? Ну, мне кажется, мне в лагерь, наверное, надо идти. Потому что тут как бы ничего такого нету. Ну, в смысле, вокруг горы-то я же не могу обойти или могу? Нет, не могу, тут конец уровня. Ну, значит, только в лагерь. Чуваки, я мирный. Я всего лишь стрейфюсь. Все хорошо. Ну, они вроде безобидные. Разрази меня, гром! Ни хрена не безобидные. Только звезда шерифа! Вырви! Ой! Да блин, игра!
короче, они ни хрена не мирные, извините за мой французский. Так, ну тогда... Блин, а как я без доктора? Давай сюда. Моя собака и тоже тебя готовит. Так, что тут еще можно сделать? Тогда где твоя собака теперь? Рот прикрой. Разрази меня, Гэб, со своими подвески, только же так и дело бы. Вонючие люди! Доктора сейчас далеко, так что тебе нужно дать другой способ лечиться. Серьезно? Это интересно, какой? Чтоб я перезаряжалась? Слушайте, а... Может, в палатках что-то есть? Давай сюда. Моя собака и тоже тебя готовит. Да? Ну тогда где твоя собака теперь? В чем мне лечиться? В палатке, в домике? Это я ищу способ, куда можно зайти. Нет. Что тут? Тут тоже ничего не активно, может? Сейчас мы выясним, в чем нам давай лечиться. Сюда. Моя собака и тоже тебя готовит. Да. Разрази тогда меня, где твоя собака? Влези, только же дошли. Вылези, выйди. О, я... Почему они так быстро патроны кончаются? Сколько их тут? Пятеро? Мне нравится, как они все изо рта такие. Может, по-тихому можно обойти, чтобы не заметили? Так куда? Я обойти никуда не могу. Проблема в этом. Что с уровня нету выхода. Я не могу вернуться в шахту. Видите? Я не могу вернуться в шахту. А вокруг горы я не могу обойти. Здесь конец уровня. С той стороны я конец уровня проверила. С этой стороны тоже. Видите? Все. Я дальше не могу пройти. Тут конец уровня. То есть, как бы, мне по-любасу надо разбираться с товарищами в лагере. Мне пишут, что можно найти другой способ, чтобы лечиться. Ну, я вроде во все палатки потыкалась. Потому что, ну, без лечения я вроде как не осилю. Может, в домик вот этот можно зайти? Там, смотрите, я замок сношу, но зайти в него вроде не могу. Давай сюда, моя собака и тоже тебя готовит. Разрази меня гром. Да, разрази меня гром. Так. Но он не активный. Я еще раз беру старуху. Пожирать тела убитых врагов? А, вы думаете? Разрази меня гром! Может, два раза выстрелить? Мне куда-то надо сходить явно. Боже, меня даже с ног сбивают. Нет, ну что-то дверь не открывается точно. А тут можно выстроим из пистолета скрывать бочки с динамитом? Давайте попробуем. Давай сюда. Моя собака и тут. Разрази меня гром. Ну, вроде ничего нет. А вот эти бочки. А костер. О, письмо. Никак не могу найти тебя, чтобы сказать тебе это лично, так как... Ну, дайте дочитать-то! Разрази меня гром, если прямо идти. Куда идти-то? Видите, я никуда не могу пойти, мне надо с ними как-то это самое. Типа как? Всем привет! По прохождению нужно просто отстреливаться, прятаться и перезаряжаться. Ну да, я вижу. Чё-то как-то хардкорно намудрили, да. Чё игра такая сложная? Вот и я думаю, что такая... Ну, давайте пробовать. Давай сюда. Ну я что-то, я честно говоря, 33 патрона. Если да, с них патроны не падают, хотя может в них будут падать, то мне этого не хватит. Рот прикрой. Если бы не Гэб со своими подрывами... Кстати, теперь ты отстрелялся тут, когда проходил? Если бы не Гэб, то не видать нам тех денег. Короче, нет, никаких лайфхаков по лечению или почему-то нету, надо тупо...
она его как-то сразу не взлюбила, когда стрейфится, он прятаться. Я прятался за бочками. Ну, да, судя по всему. А на каком сервере ты в Лое? Я не в Лое. Это другая игра. Лое завтра и, ну, Европония какая. Ну, давайте прятаться и отстреливаться. Что тут еще делать? Хорошо, что он вовремя сообразил объехать эту гору и прорыть туннель с другой стороны. Вот только бы без нас. Давайте в круг. Фига ему с маслом. Разрази меня, гром! Так близко только звезда шерифа. Уничи его! Ну, эти они тоже немножко боятся и убегают. Но мне кажется, мне не хватит. Мне кажется, за палаткой лучше. Давай сюда. Бери влево. Не, я думаю, лучше за правые препятствия, как раз таки пираться их там больше. Рот прикрой. Если бы не Гэб со своими подругами. Разрази меня, грудь. Что у меня не получится. Ну, сейчас я попробую минут 15. Если у меня будет совсем не получаться, то как бы на этом мы игру и закончим. Я не думаю, что тут такие хардкорные будут стрельбища. Я уже дослушивал этот диалог, и как бы, ну, мы его уже слушали. Легче от этого не становится. Так, пистолет. Р. Я понимаю, что в дневнике ничего не будет, Алекс, но ты понимаешь, что я не пройду с первого раза. Старайся не выходить из препятствий, один выстрел в их сторону, а далее по одному, по два подходите и их убивай. Думаешь? Ну давай попробуем. Ну, просто с бочек они меня простреливают, ну в смысле это плохое укрытие. Может за домом лучше прятаться? Хорошо, что он вовремя сообразил объехать эту гору и прорыть туннель с другой стороны. Ну, в смысле, они как-то через бочки меня простреливали, когда я пыталась за ними прятаться. А не золото. Вот то-то. Вечно ты про свою собаку ноешь. Зато сколько золота... Нет, решения Хельга нету. Тупо отстреливаться. Да уж. Неудивительно, что он драпать собирается. Да и нам бы не помешало. Поживем, увидим. Разрази меня, гром! Так блестит только звезда шерифа. Вылечи его, ребят! Тоже мне это прикрытие не очень нравится. Может Дай быть... сюда. Моя собака и тут. Блин, может... Да? Это любое прикрытие с двух сторон обойдет. А лечиться как никак. Может реально Криса позвать? Элис, ты думаешь, что Крис будет с большим удовольствием играть в кривую фанатскую игру? У меня появился второй смайл. Короче, лечилок нету. Даже через дом стреляют. Они не стреляют через дом, они его обходят вокруг. Через бочки вот они стреляют чисто по высоте. То есть они меня убивают мимо него. А дом, в принципе, неплох как прикрытие, но они его тоже обходят. Телега 50-50. Не знаю, давайте через дом, наверное, пробовать. Хорошо, что он вовремя сообразил объехать эту гору и прорыть... Давайте еще раз за домом попробуем прятаться. Обнову не было по этой игре? Ну как бы все, она ж вышла, это финальный вариант. Вот то-то. Вечно ты про свою собаку ноешь. Зато сколько золота накопали, а? Да уж. У Криса, по-моему, особое отношение к фанатским играм. Да, он очень не любит фанатские кривые игры. Вот эти вот с кривым управлением, поэтому... Нет. Даже если бы он смог, он не станет этого делать. А если не получится, значит мы закончим. Ну, в смысле, значит, все, Тома не смогла. Челлендж провален. Смотрите прохождение на Ютубе, там есть. Если вам интересно, там еще, ну, как бы это где-то еще... Ну, там еще долго, в общем. Это еще далеко не конец.
Ну, давайте. Разрази меня, гром! Так блестит только звезда шерифа! Валите его! Ну, как бы... Нифига. Не кажется. Нет, они спокойно меня обходят и обстреливают. Слушайте, да, и через дом как-то попадает. Блин, а за что прятаться? Давай сюда. Моя собака и то уже тебя готовит. Да? Ну тогда и где твоя собака теперь? Разрази меня, блин! Так близко только до шерифа! Валите его, ребята! Ну я не знаю, они обходят спокойно с двух сторон любое препятствие и стреляют в меня. Здравствуй, чувак, ты такой же лаганутый, как и я? Короче, кто будет больше тупить, я или NPC, да? Они, не попадают. Кстати, у вас патронов случайно нету? Я взяла. Блин, зараза. Да неужели я их убила? А еще есть патроны? Патроны есть, а если найду? Что, они даже закончили? Слушайте. Ладно. Миссия оказалась не столько impossible. Никак не могу найти тебя, чтобы сказать тебе это лично, так как ты постоянно работаешь в шахте, ты слишком помешался на этом золоте и совсем не бережешь себя. Выпей хотя бы это зелье, которое ты, которое мы купили у зебр недавно, оно совсем свежее и точно тебе поможет. Вот это надо пить? Или что? Что? А, вот зелье, вот это можно лечиться было? Вот что лечилка, вот оно, зелье. То есть лечилка на локации все-таки была, это зелье. Палатки обыщи и на столике. Короче, тут все-таки стояла лечилка внезапно, которую можно было попытаться... Хотя я на столик, по-моему, наводила, и я не могла его выпить. Может, оно было неактивно, пока не всех не перестреляешь патроны. Кирочка. Короче, ладно, NPC достаточно тупые, чтобы смочь тут выиграть. А, вот еще зелье. А почему эти зелья не были активны, пока мы тут, блин, бегали как не в себе? Запись, конечно, нам в дневнике. Не были настроены дружелюбные, но на мой приход пришлось ликвидировать их всех. Теперь нужно проверить дом, возможно, там кто-то еще прячется. Блин, то есть, ну, короче, мы не дослушали диалог. Соответственно, второй записи в дневнике нету, которая, ну, про то, что они тут говорили до этого. Но я не буду переигрывать, ребят, серьезно. Даже если бы я и могла переиграть, то я не буду этого делать. Потому что я не переиграю. Я с чудом прошла. Я считаю. Так, ну эти штуки так и остались неактивными. Трупики пони. Патроны мы вроде все взяли. Улетающие патроны. Так, дом. Разговор их не важен? Ну окей, ладно. Просто после их разговора оставалась запись в дневнике. Ну ладно, в принципе, мы ее слышали. А в доме никого нет. Скорее всего, здесь живет кто-то, кто руководит напавшими на меня пони. Нужно осмотреть дом, чтобы побольше узнать о нем. Возможно, он один из тех, кто сейчас лежит снаружи. Похоже, наш загадочный преступник куда-то собрался. Уж не текает ли он? Стекает. Вот золото, чемоданы. Ну, конечно. Куда же без них? Короче, взял золото, взял чемоданы, поехал.
Ух ты! Слева я вижу Пуру Джослера, а справа... Видимо, виновника во всем этом. Это тот, который ее бросил. Дневниками, одежда с огромным количеством заплаток, и те кое-где отрываются. На обороте написаны имена. Гэп Трик. Это Гэп. И я с нашей первой добычей. А сзади мешок с золотом. Да. Похоже, они когда-то вместе работали здесь золотоискателями. И судя по динамиту и множеству проводах на этом гэпе, он был подрывником. А, имя преступника Гэп Трик знаком с Пурой Джослер. Важная информация стоит не забывать о ней. Достаточно давно занимается подрывами, если верить дате и фотографии. Пожалуй, теперь мне следует внимательно осмотреть дом. Я вполне могу что-то упустить из виду. Значит, этот Гэп, который встречался с Пурой, он типа в кавычках бросил ее и уехал, но на самом деле он просто объехал с другой стороны горы и взрывает все там. Бабосики. Мешочек неполный. Видимо, Гэп Трик за что-то платил. И он, скорее всего, торопился, раз оставил золото на видном месте. Или он просто уверен, что его никто не найдет. Ты же золото. В шахту никто и не полезет сейчас. Ты же золото. Все эти туннели ведут к золотой жиле. Кое-какие перечеркнуты, видимо, там обвалы. Некоторые места отмечены крестиками. Самый большой крест у края карты, а почти перед ним выход наружу. Скорее всего, большой крест — это та самая жила, у которой я прошел. А остальные кресты... Возьму-ка я это с собой. Так, деньги брать с собой не дают. Ну, короче, главный организатор, бывший подрывник Гэп, который встречался с Пурой. Я не знаю, Пура с ним еще в деле, он ее бросил реально. Ну, все, вроде, все обыскали. Теперь надо возвращаться в город, чтобы устроить засаду для Гэпа. Но чтобы он клюнул, нужно оставить здесь подходящую записку. И как это сделать? Ставить записку. Твоя подружка взята под стражу. Приходи завтра на рассвете в салон. Ее судьба зависит от тебя. Ше. Ше. Ну вот. Не просто так Чаки обвиняла Пуру, она точно что-то знает. Имя Пура ассоциируется с тигренком Крэша Бандикута. Короче, вот. Да. Чаки что-то знает. Карта. А чё карта не открывается? Не понял. А карта? Или... А, карта, наверное, в туннелях откроется. А в туннеле чё? Я хочу в туннеле карту проверить. Глава 5. Финал. Мы вначале к шахте. И карта голода золотого гуся. Что нам? Сосаду для Гэпа. Ну окей. В общем, в шахты нам пока не дают идти. Ну карта, если что, у нас шахт теоретически есть. Ой! Фига себе. Кажется, у нас беспредел. Чайки, не ходи туда. Там динамитом шпуляют. А сейчас Чайки такая достает револьвер и убивает меня, да? Че, башню городскую снесли? Фига себе, гусь! Полюбуйтесь, господин шериф! Пока вы шастали непонятно где, нашу ратушу подорвали преступники! Че-то непонятно где, я выполнял долг. Мистер Фаджил, все не настолько плохо, я теперь знаю, где находится преступник, и скоро мы его поймаем. Без паники, все под контролем, завтра все решится. Мы вам не доверяем. А что, если в следующий раз на воздух подлетит весь город? Мы не допустим такого. Давайте устроим голосование, и тогда все смогут высказать свое мнение. В процессе голосования полоска чуть меньше, чуть выше меня будет заполняться или убавляться, в зависимости от твоих выборов в процессе игры. Зеленая часть — одобрение жителей, красная — не одобрение. Для того, чтобы остаться шерифом этого города, тебе нужно, чтобы зеленая часть заполняла полоску как минимум наполовину. Короче, вот сейчас наши все выборы будут иметь значение. А Чаки тут на что? Она же специально вернулась, чтобы защищать город. Вот, кстати, да, Чаки так классно защищала город, что могла бы
террористов-то найти? Ну, давайте посмотрим, хорошим мы были шерифом или плохим. Ты не стал обвинять Блюда Рича в причастности к подрывам в шахте и не испортил с ним отношения. Не знаю. Я пока не заметил особых действий от него. Но и промахов не было, если не считать вот этого вот здания. Я буду придерживаться нейтралитета насчет него. После допроса ты предоставил Пури обещанное вознаграждение. Он хороший парень, и шериф из него отличный. Пусть остается, я за него. Похоже, ты даже не знаешь, кто это такой. Сори, чувак. Я еще не успел рассмотреть этого юношу. Пожалуй, я воздержусь от голоса. Это который в баре, что ли, работает? А ты поверил Чаке и ее благим намерениям. Ты отпустил Чаке в город, когда она попросила тебя ее отпустить. Это хороший шериф. Я 2 дня проходила с ним и знаю, о чем говорю. Шериф, мой голос за тебя. После твоей храброй защиты статуи, гуся от копыт воров, некоторые жители верят в тебя. Гусь еще есть. Ну, раз как мы были хорошим шерифом. Что ж, шериф, большая часть города за вас. Вы говорили что-то о том, что скоро все закончится. Мы должны организовать засаду в салуне, и преступник будет пойман. Командуйте, шериф. Все в ваших копытах. Короче, если ниже половины, то сместят с должности, и это конец игры. Ну, это я поняла, да. То есть мы были... Ок! Мы были ок! Я думала, что нас уберут. Чё, мы же были хорошим. Мы не агрились ни на Чаки, ни на Рича. То есть мы были хорошим шерифом. Голосование показало, что горожане нуждаются в моей помощи так же, как я нуждаюсь в их. Скоро все встанет на свои места здесь, в салуне. Ну, пойдемте в салун. Становите все на свои места. Шел на перерыв. Трунь. В общем, план таков. Мы сидим здесь и ждем Гэпа. Будем бухать с преступником и поладим. Да, конечно. Тебе ничего делать не нужно. Я разберусь сам. Если он начнет убегать, не вставай. Моя пуля его быстро догонит. Удачи тебе, надеюсь, мы переживем все это. Я, кстати, так и не понял, с какого перепугу можно было обвинять Чайки? Что она сделала такого подозрительного? Что я так и не поняла. Ну, про хозяина шахты я понимаю, допустим, а Чайки? Пуля или пара десятков пуль? И, кстати, а когда можно было поговорить с тем самым, интересно, с... барменом. Что-то я как-то не знаю. Когда я заходила, он даже не это самое. И что, нам ждать или нет? Или идти? Свити Спирит, напиши, пожалуйста, мне тупо сидеть в салоне или что-то надо еще сделать? Так, за патронами мы уже зайти не можем. Чё, гуся наша бедного, гуся свалили. А мы так его защищали, так защищали. Да у Уликса... Да вроде нет, но похож по цвету, да. Сесть. А, вот, все, мы типа сели. Где Пура? С ней все нормально, не двигайся. Нам нужно поговорить. Поговорить? Кто я тебе такой, чтобы болтать с тобой? А тут нам не хватило времени нарисовать в игре. А тебе, я думаю, интересно узнать судьбу подруги. Хорошо, шериф, ваше дело. Зачем ты делал это?
Зачем? Шериф, в шахтах полно золота. Столько золота, сколько вам и не снилось. Я не собирался допускать, чтобы его нашли другие. А когда подоспели вы и начали все разнюхивать, я понял, что пора сменить вид действий. И что ты собираешься сделать? Вы узнаете, шериф. Поверьте, никому от этого не станет плохо. Ну, разве что вам. Кто тебе помогал? Никто. Я работаю один. Но Пура Джослер же что-то знала. А, вот как. Она вам все же что-то рассказала? Да, она знала. Потому что раньше мы были... друзьями. Но теперь все в прошлом. Вот она вам меня сдала, а я вообще жалею, что пришел сюда. Неужели тебе не совестно, что умерло столько невинных пони? Да мне нет до этого дела. Они сами лезут в шахты, это их дело. Сколько взрывов прошло, а они все равно лезут. Опомнись, Гэб, они же не виноваты. Но не я их просил туда лезть. Гэб, ты убил их! Я сказал, что не я их туда пихал. Сорян, это просто... Всем стоять! Если кто шелохнется, я вышибу ей мозги. А теперь вы, шериф, дайте мне уйти. Вам же дорога ваша напарница, не так? Ах, это не бритость. Остросюжетный момент. Выстрелить или не стрелять? Сейчас из двух вариантов выбираю, быстро убивая противника, и пока он бежит на поезд. Вариант выстрелить ты мне? А, дать уйти и быстро стрелять? Не стрелять. Ага, а потом стрелять. Да ты издеваешься. А ты хорошо, чтобы он хорошо. Чаки не убил? Я медленно положу пистолет. Не стреляй и медленно выходи. То есть, если бы мы выстрелили, он бы убил Чаки, да? Стой! Стой! Стой, хулиган! Хулиган, стой! Не добежал. Да, убил Чак. Ну, понятно. Спасибо. Концовка открыта 1 из 6. Вы прошли игру на хорошую концовку. Serious Tale после успешно законченного дела остался работать шерифом в городе Золотого Гуся. Если кто-то и не уважал его, то теперь, когда подрывник шахт покинул город навсегда, все считают, что он лучший шериф. Такой же, как и его отец. Чаки Миндет сдружилась с новым шерифом. Serious спас ей жизнь, и она этого никогда не забудет. Теперь при каждом новом деле она следует за ним, высказывает свое мнение и помогает всем, чем сможет. С такой парой городу любой преступник нипочем. Окей, значит, вторая концовка, он бы убил Чаки, а мы бы убили его, так? А еще 4 концовки. Он не успел на свой поезд. Окей, можно и через убийство Чаки, но я не помню. Ну ладно, Чаки, как бы что, если можно ее не убивать, то хорошо. Комиссионер Стас к титрам. Ну, я думаю, я не буду искать другие 4 концовки. Первые 2 мы поняли. Это мы убили его, или он убил Чаки, а мы убили его. Вот. Как вам игра? Еще концовка, где город нас не выбрал. Точно, город нас не выбрал. 3 концовки. Еще 3 каких-то, не знаю. Возможно, если бы... А, нет, ну, смотрите, если бы мы не верили Чаки и хозяину шахты, это бы на что-то повлияло, кроме выборов? Неплохая. Не, прикольная, на самом деле. Конечно, мне вот это очень... Знаете, видно, что ребята долго-долго делали, и уже такие, знаете, лишь бы доделать. Поэтому в конце вот эта вот анимация, как бы это самое... О, знакомые голоса на озвучке, вы представляете? А я думаю, где-то я это слышала некоторые. Игра интересная. Но стрельба и баланс врагов, конечно, так себе. Не, в принципе, знаете, если... Я вот единственное не поняла, зелье можно было пить там, когда бегал? Потому что, в принципе, если пару раз выпить зелье, то все ок. Но я, когда подходила к столам, я не видела активных клавиш. Может, я просто, ну, плохо наводила. Благодарим нашей семьи за веру в нас, а также благодарим вас за игру. Интересно, мне понравилось. 65, 70 и 100. Наверное, есть концовка, где он убивает Чаки и избегает.
Ну, это вторая концовка, я так понимаю. Опоздал, как всегда. Ну, чё? Короче, самое странное, что я смогла ее пройти, несмотря на эту стрельбу. Я думала, я не пройду. Хотя я не знала, что есть такая активная стрельба. У меня были подозрения, зачем нам дают пистолет, но я даже не знала, что тут целых два сражения будет, по сути. Хотя, наверное, первое сражение можно пропустить, которое вот с... А зачем они гуся пытались украсть, я так и не поняла. Да, там была Мазя на титрах, но он, походу, озвучил как раз-таки кого-то, с кем мы не особо общались, поэтому как-то я его голос не особо признала, если слышала, конечно. Может, я его даже не слышала. Вот Иридани, да. А Мазя был, но не было. Был, но не было. Ну, может, потому что он из золота? Но он как бы не из золота. Он просто такой. Ну, то есть, как бы, нафига его воровать-то надо было? У них было золото из шахт. Кстати, карту в шахтах мы так и не посмотрели. Интересно, можно было вернуться еще в шахты до засады или нет? Я же говорила, что ты зря не веришь в себя в плане игр. Да, конечно. Хозяин шахты озвучил его рыдание. Может, быть, все же из золота? Он как бы из золота, но мэр как бы специально написал, что он не из золота, чтобы его не воровали, да? Такой хитрый ход. Ну да, 2 часа с копейками, в принципе, как и обещают. Я очень много отходила, поэтому все не смотрела, поэтому визлик, ничего не понятно, но очень интересно. Не, в принципе, ну, остались, конечно, вопросы, но в целом ребята молодцы, что довели до сюжетного завершения, скажем так, ну, чтобы... Вот это, ну, это, в смысле, это можно считать законченной игрой, в которой есть начало и конец, и как бы сюжет.